Доброе утро. Вчера поздно вечером пришли результаты мазков из Роспотребнадзора от 7 мая. Они, как ни странно, оказались отрицательными. Также пришло электронное письмо от главного санитарного врача Тульской области о том, что нас можно выпустить в люди без каких-либо дополнительных карантинных мероприятий. В данный момент я нахожусь дома. Мое соматическое здоровье в порядке. Ничего нового не появилось и, надеюсь, не появится. После данного задержания в обсерватории из каких-либо средств индивидуальной защиты, за исключением моего личного респиратора. Вчера я не смог снять видео, так как меня очень сильно вымотало их гостеприимство. Сегодня ночью я снова еду на работу в Москву, и по возвращении домой, скорее всего, меня снова попытаются задержать и упечь в один из обсерваторов Тульской области. Только на руках у меня уже будут свежие результаты тульских, московских мазков, электронное письмо главного санитарного врача и, соответственно, два пропуска. Если дело дойдет до задержания, я попытаюсь заснять себе процесс на видео. И хочу передать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживал. Всем здоровья, здоровья вашим близким, своим коллегам. Я хочу пожелать с мужеством пронести это бремя, которое свалилось на наши плечи.